Дома на улице Садовой почти 10 лет. По меркам отечественного домостроения он молодой, но даже за этот срок подъездом потребовался ремонт. На сегодняшний момент, как провели ремонт, можно посмотреть, очень чисто, приятно, опрятно. Двери чистые, входная группа вот в подъезды. Тоже очень аккуратно сделано. Цветовую гамму и материалы управляющая компания согласовала с жителями. Например, этому дому по улице Садовой необходима была не только покраска. Заменили плафоны, восстановили входную группу и поменяли гидроизоляцию кровельного покрытия на верхних этажах. При составлении сметы также определили предельную стоимость проведения работ. В среднем ремонт такого подъезда обходится в 350 тысяч рублей. Растягивается из-за погодных, в том числе условий производства работ, поскольку нам необходимо делать в том числе и входные группы, гидроизоляцию входных групп, что связано непосредственно с погодными условиями для улучшения качества производства работ. Ремонт смогли провести в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которая стартовала 2 года назад. За это время в Звенигороде отремонтировали почти 250 подъездов. До конца сентября 2019 года планируют завершить ремонт еще 18 подъездов в 9 многоквартирных домах. Объем финансирования, предусмотренный на выполнение данных мероприятий, составляет из средств областного бюджета в размере 1 397 000 и средств местного бюджета в размере 692 000 рублей. Губернаторская программа «Мой подъезд» – это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Ну а те, кто хочет освежить ремонтом и свой подъезд, может найти необходимую информацию на сайте меняемподъезды.рф. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».